Вот здесь я родилась и прожила всю жизнь. Других вариантов нет. Ненавижу это место. Я могу уехать. Лана! Все мечты сбываются. Портфолио принесла? Принесла портфолио. Альбом с твоими фотографиями. Санта-Мария. Открой рот. У меня нет денег на портфолио. О, очередная Золушка от Эдуарда? Я знаю этого парня. Это Эдуард Никитин. У него самое крутое модельное агентство. Я был в Нью-Йорке. I'm from New York. Really? Yeah. Very good. Hi. Я Лана. Я выиграла конкурс красоты. Где ты его выиграла? В Ренске. В Ренском? Сколько людей живет в Ренском? 12? Понимаешь, Лана, это не бесплатно. У меня идея. Я знаю, где найти деньги. Покажи мне свою задницу. Задницу покажи уже. Туда смотри. И что? Что прикажешь делать с этой задницей? Это не жопа, это целый континент. А я не снимаю для географических журналов. Знаешь, ты могла бы попробовать себя в другом качестве. Я имею в виду эскорт. Какая разница, шлюха или модель? Откуда в каком-то маленьком засратом городке могут быть деньги? Это Россия, дружок. Она организует встречу, а мы дадим ей деньги на портфолио. Да я гений, он твой олигарха разведет. Они же лохи, а мы против. Ну окей, если передумаете, позовите, я? Yes? 99.